по лицу. Есть неожиданность. Просто получить удар по лицу. Сам факт удара по лицу. Левую руку поднимите, те, кому он страшит. Поднимите правую руку, те, кто боится. Держите. Поднимите правую руку, те, кто боится ударить другого человека по лицу. Хорошо. Хорошо, что нет тех, кто не боится получить, но боится ударить. Это более тяжело. Хорошо, сейчас мы с этим поработаем. Смотрите. Значит, один сейчас встает, зубы сжимает, да? Старается не моргать, не отводить взгляд и не напрягать лицо. Второй. Пальчиками, да? Без акцента на ладонь, начинает наносить ему пощечины. Вот сюда, да? Не заходя на зону нокаута. Да? Примерно вот таким образом. Понятно, да? Начинаем по команде «начали», заканчиваем по команде «стоп». Второй стоит и смотрит. Пары, быстро. Активнее. Что ты зарубаешь за мной? Рано начали. Рот закрыт, закрыт рот, значит, через выпить. Закончили. Ну как, смотрелись немножко? Хорошо. Следующее упражнение. Будем двигаться следующим образом. Видите? Если хотите что-то сказать, делайте шаг назад, поднимаете руку, да? Прежде чем открывать рот, дабы рот ваш не выскочил. В паре, быстро. Кто желает ответить, поднимает руку, помним об этом. Да? Какое ощущение внутри рождается? Убить хочу. Понимаю. Убить хочется. Чем больше бьют, тем больше хочется ответить, да? Есть такое? Зверек такой внутри начинает пробуждаться, да? Хорошо, поменяли пару. Поменяли пару, Быстро пару поменяли, сразу выдавали друга. Начали! Закончили. Немножко проснулись, да? Хорошо. А еще одна вещь, которая может помочь вам в бою. Это ваш голос. Это ваш голос, по которому вас определяют, жертва вы или нет. Что обычно в природе говорит жертва? Что обычно говорит хищник? Да? Если вы в себе давите звук, если вы вообще ничего не говорите, вы начинаете себя переполнять, да? Вот эмоции вас начинают давить внутри, вас начинает жечь адреналин и все остальное. Надо давать этому выдохнуть, да? Если что-то уж случилось, откройте рот, рявкайте как следует, чтобы страшно стало. Понятно, да? Сейчас вы будете делать одно очень простое упражнение. Вы встанете друг напротив друга,
упрете друг друга лбами. И будете друг друга давить, стараясь сдвинуть с места. Руки за спину при этом. А? Когда я хлопну в ладоши, вы ровно на одну секунду заорете страшно. Продолжая давить. И потом будете продолжать давить. Каждый мой хлопок вы будете издавать на одну секунду крик. Понятно, да? Разберись, пары. Быстрее. Не важно, не важно. На улице весов нет. Уперлись. Далее. Стараемся сдвинуть. Сдвинуть стараемся. Руки за... Сдвинуть сейчас руки за спину. За спину руки. Стараемся сдвинуть. Мне кажется, вот нашли вот дали или не остановились. По моему хлопку.
Расскажите, что внутри появляется? Агрессия. А еще кто-нибудь заметил что-нибудь? Животный инстинкт. А еще что-то заметили? Как-то на боль можно найти. В момент, когда кусаешь, что происходит с болью? Чувствуешь. Меньше чувствуешь. Чем да? больше сжимаешь, чем больше сжимаешь, тем меньше чувствуешь. Пары поменяли, будет страх. Встали друг перед другом на колени. Правое надплечье. Ухватили. Начинаем кусать и болит на моей команде. Правое. Как следует вцепили. Приготовились. Понятно, да?